В Твери набирают темпы работы по строительству областного военного комиссариата нового формата. Его возведут на улице Баталова на территории бывшего 83-го военного городка, где в 90-х годах была расквартирована 166-я отдельная мотострелковая бригада, которая особенно отличилась во время Первой Чеченской войны. Как известно, напротив уже построен новый комплекс Суворовского училища. Теперь строительная техника пришла на другую сторону улицы. Там в данный момент идет снос старых казарм, которые давно превратились в заброшенные строения. О том, что Верхневолжье станет пилотным регионом в реализации проекта по обновлению федеральной сети военкоматов, впервые было заявлено в июне текущего года. Объект в Тверской области должен стать флагманским, образцовым учреждением в рамках дальнейшего развития сети военных комиссариатов страны.